Красивая игра Дмитрия Абграцев порадовала болельщиков. После первого тайма счет 3-0 в нашу пользу. У нас играют очень юные футболисты. И первоочередная задача – это подготовиться нам, их подготовить там во вторую лигу, в ФНЛ нашу команду. Играют против уже опытных ребят, которые прошли, кто-то уже прошел клубы, и ФНЛ проходил, и второй лиги. Итоговый счет 5-0. Хет-триком отметился Виталий Бурмаков. Дубль оформил воспитанник Димитровградского футбола Иван Кузнецов. Игра очень понравилась. В общем-то, по футболу соскучились еще с тех времен, когда у нас играла в первой лиге наша «Лада». По решению городского спорткомитета теперь все футбольные баталии разворачиваются на стадионе «Строитель». Именно здесь в субботу наша команда сразится с ульяновской «Волгой». Марина Антуганова, Василий Кудинов. Наше время.